Всем привет! У нас сейчас вечер. Покушали все, уехали в мечеть. Вот. Сам младший решил поесть. Кушает наггетсы. Заканчивается у нас пост. Завтра последний день. Держим пост. Завтра уже будет праздник. Вот сейчас буду делать уборку на кухне. Ездили сегодня в Ашан. Сделали покупки. Сейчас делаю уборку и буду разбирать сумки. В Ашан и так по пути на обратном пути заехали в Красное и Белое. Бардак, как будто не 3 человека поели, а 23. Сейчас будем убираться.
Все, так более-менее порядок сделала. Сейчас разберу сумки и буду дальше убирать, чтобы мне ничего здесь не мешало. Так, помидоры черри взяли на веточки. Еще одни помидоры черри пламени. Хлеб подольский. Где-то в Лигурке было. Сейчас тут не найду. Так, две упаковки сельди. Масле и с укропом. Майонез. Шоколад. Рис пропаренный. Тут так накидали в магазине. Быстрее, чтобы очередь не создавать. Сейчас не поймешь, где что. Так, молоко топленое. Два пакета. Ну, литр молока топленого. Макароны шебекинские. Где-то много их взяли. Сейчас по пакетам найду. Масло топленое. 350 грамм. Вот две баночки такие взяли. Хлопья у нас. Без хлопьев тоже не можем. Так, вот такие спагетти шебекинские. Две пачки. Ну, все, сейчас там смотрю, в сумке пошли одни макароны. Вот такие взяли макароны, бантики. Две пачки. Две пачки рожек взяли. Дома макароны закончились. Вот маленько запаслись. Одну упаковку гречки. Так, что это у нас? Лепешка с ветчиной и сыром. Такая вот лепешка. Так, две пачки. Масло сливочного сулимовское. И это какое? Маслодел. Две пачки масла. Киндер шоколад. Бутылку масла кукурузного взяли. Так, вот еще одна шоколадка. Так, вот еще пачка масла топленого. Так, жевательная резинка, жвачка. Так, вот. И баунти. Баунти очень любим, берем всегда, как едем в Ашан. И вот лаваш армянский тоже где-то лежит. Еще один. Ну все, сейчас это все уберу и достану следующие продукты. Так, что у нас еще? Тесс, чай.
зеленый с цедрой цитрусовых, 100 пакетиков. Молоко 2 литра взяли. Шучки уберу, чтобы тут не мешали. Так, йогурты, огурцы. Так, еще упаковка майонеза. Сгущенка вареная, молочная страна. Так, йогурт, земляника. Рис еще пропаренный. Хлеб бородинский. Макароны. Вот такие макароны. Улитка Сабо. Тоже две пачки их взяли. Лаваш еще один. Яблок взяли 5 штучек таких крупных. Гренни Смит. Так, еще один йогурт. Так, какой еще йогурт? Сок мой маленький. Пачки. Сколько их? 3 штуки. Было 4, и уже ребенок выпил 1. Веточка бананов. Хлеб еще один. Подольский. Задавили в сумке. Так, еще баунти 1. Так, это у нас кукурузные шарики со вкусом сыра. Это здесь, по-моему, 0,5 кило, да. Такая упаковка шариков. Попробуем. Ни разу не брали, сегодня только увидели. Торт. Торт так интересно называется. Торт желания. Тут разные кусочки. Уже порезанный торт дольками. Вот такой торт. Так. Взяли яйца. Вот такие вот. Супер великан. Здесь 6 штук. Крупные яйца. Очень крупные. Так. И вот такие. Село зеленое. Элитные. Тоже здесь 6 штук. Много их взяли. Чтобы еще тут сейчас не уронить их. Mm-hmm.
вроде довезли в целости и сохранности. Ничего не раздавили. Вот столько яиц взяли. Ну, тут еще освежитель воздуха, антитабак. Айс, пятновыводитель. Так, ополаскиватель Е. Ополаскиватель для белья Е. Две штуки. Ну вот, это все, что купили в Ашане. Там взяли очень много воды, сладкой, минералки, всякой. Вытаскивать уже не буду. Сейчас эти сумки унесу на балкон. Воды нам этой хватает надолго, недели на две, на три. Еще с того раза у нас там осталось. Вот. Ну, сейчас покажу еще. Ехали, когда домой заехали, красное-белое. В красном-белом тоже сделали покупки. Так, это покупки в красном-белом. Чипсы, ребрышки в гриль, сухарики. Три пачки чипсов, наггетсов. Три пачки. Ну и сухарики тут всякие разные. Кириешки. Боржоми 2 литра, две бутылки. Бутылку Пепси. Ну и сок. Три пакета взяли по 2 литра. Яблочный. Вот такой мультифрукт. И апельсин с мякотью. Так, ну вот такие покупки у нас сегодня были. Вот этот чек из Ашана. Так, если получится показать. Ну, что-то не хочет фокусироваться никак. Вот. Кому будет интересно цены посмотреть. Думаю, все видно. И вышло это у нас на 9700 рублей.
Вот, а с красного белого не взяли чек. Даже не знаю. Ну, где-то 1500 отдали. Еще в красном белом. Ну все, сейчас буду разбирать и продолжать дальше свою уборку. Надо все это куда-то девать, убирать, на балкон нести. И буду дальше делать уборку. Всем привет! У нас сегодня выходной. Вчера у нас закончился пост. Сегодня праздник. Сейчас мы едем в гости. Едем в гости к младшему, к самому младшему брату моего мужа. Будем там отмечать праздник. Сейчас зашли в магазин, ну, в косметику. Вот в подарок взяли духи. Вот так называются. Вот так они выглядят. Перламутр внутри. Вкусно пахнет. Такой купили, на.